Пассажирский лайнер авиакомпании «Руслайн» экстренно развернулся в воздухе из-за подозрения на незакрытую дверь салона. По словам источника в авиадиспетчерских службах московского авиаузла, самолет вылетел из Внуково в Белгород в пятницу утром. Однако в кабине сработал датчик незакрытия пассажирской двери. Командир принял решение вернуться во Внуково и дополнительно проверить самолет. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Внуково. На борту находилось 47 человек. Никто из них не пострадал. Почему сработал аварийный сигнал, пока неизвестно. Также самолет Ту-204 совершил аварийную посадку в Ульяновске. Сообщается, что пассажирский самолет выполнял рейс из Ульяновска в Москву. Он экстренно вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси. Отмечается, что на борту находились 4 члена экипажа. Пассажиров не было. По словам источника, в результате инцидента никто не пострадал.